Всем привет, с вами Ульяна. Хотите почувствовать себя настоящим шпионом, киллером в реальном мире? Недавно я вам уже рассказывала про компанию Zuru, которая занимается производством и разработкой инновационных роботизированных игрушек. На этот раз я хочу вам показать очень крутые лазерные бластеры от этого же бренда. X-Shot Laser 360. От этих бластеров будут в восторге не только дети, но и взрослые. Мы с друзьями во время съемки обзора получили невероятные впечатления. Полное погружение в самую гущу сражений вам обеспечено. Это необычный игрушечный пистолет. В набор входят два бластера, связанных с двумя парами защитных очков специальным проводом, которые выполняют важную роль в игре. В очки встроены специальные датчики, которые излучают инфракрасный сигнал на 360 градусов вокруг головы игрока, позволяя таким образом отследить соперника на любом расстоянии и попасть точно в цель. X-Shot Laser 360 не только издают правдоподобные звуковые эффекты для полного погружения в атмосферу игры, но и оборудованы индикатором жизни игрока, а их у него 3 на одну игру, и маркером команды, цвет которого можно менять. Благодаря ему вы можете играть не только вдвоем, но и целой компанией друзей. Также бластер имеет неограниченное количество патронов, но перезарядку производить придется как в настоящей жизни. Устроить сражение с такими игрушками можно не только дома, но и в более интересных локациях на свежем воздухе или в других помещениях на ваш выбор. Они не занимают много места, довольно легкие и изготовлены из прочного высококачественного пластика, устойчивого к механическим повреждениям, солнечным лучам и влаге. Плохие погодные условия не будут помехой для новой битвы. Работает каждый бластер от 3 батареек типа 3А, которые в комплект не входят. Zuru X-Shot Laser 360 будут прекрасной покупкой не только в семью, где есть дети. Уверена, они будут в восторге, но взрослым тоже иногда приятно повеселиться и расслабиться от будничных проблем в таких виртуально реальных стрелялках. Это, конечно, не пинбол, но и снаряжение вам надевать не придется. Ссылочки на такие лазеры вы можете найти в описании. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. С вами была Ульяна. Всем пока!